Так, ще дуже цікаво. Це співпало із тим, як він висловився на пропагандистському телебаченні про те, що Росія нібито забрала Крим, натомість втратила Україну. На вашу думку, чи пов'язані ці дві події із цим? Ну, я думаю, що все-таки такі історії треба краще готувати. Поэтому я думаю, что скорее все-таки это совпало, но это такая хорошо подготовленная операция, с чем я и поздравляю тех, кто ее провел. Пані Олю, і ще цього тижня ширилася досить активна інформація про те, що нібито як Путін помер, це писали ви в телеграм-каналах закритих, і як бачимо, чи то хтось з його там двійників, чи що, але новина, скажімо так, в рух не пішла. І тут цікавіший навіть не цей факт, а сам момент того, що таку інформацію поширюють в російських телеграм-каналах, яку читають росіяни, і на ваш погляд, для чого це робиться? Для певної дестабілізації всередині, для, можливо, просування чиїгось там політичних поглядів, чи таким чином намагаються, знаєте, просто сприйняти реакцію, як на ось це повідомлення відреагують росіяни, можливо, якесь оточення Путіна. От що ви думаєте з цього приводу? Ну, на мій взгляд, це така, знаєте, історія того, щоб всіх розслабляти. Да? Тобто, є простий вихід. Головний продвигатель этой идеи, профессор Соловей, давно нам обещал скорую кончину Путина, и максимально, ну, уже, наверное, к лету он нам это все обещает, и, наконец, тут он просто подгребал, что обязательно умрет, и обязательно в октябре. И, наконец, вот эта новость. На мой взгляд, это такая попытка предложить всем простое решение, да, потому что есть сложное решение, это борьба. Это военная борьба на фронте для Украины, это борьба для тех россиян, которые категорически против преступной войны в Украине, в том числе силовая борьба и на фронте, кто сейчас сражается рядом с украинцами, такие как Регион Свободы России или РДК, и в тылу, мы знаем, что есть страны, ну и на информационных фронтах. А есть такой простой способ. Ну, нам же профессор Соловей обещал, он же скоро помрет, и все вопросы решатся сами собой. Вот мы сидим и ждем, ничего не делаем, и ждем, но ведь вот-вот все это произойдет. Ну и плюс, понимаете, все-таки начинается избирательная кампания в России, да, там разные есть позиции, даже некоторые оппозиционеры считают, что надо в этих выборах участвовать. Более того, даже вот Тюринский тут с Путиным встречался, что-то обсуждал, иначе как свое движение, правда, это они отрицают. Соответственно, завтра нас начнут все призывать за Явлинского голосовать, в то время как то, что будет происходить в марте, вообще выборами не является. Это некая электоральная процедура, которую ну, никак нельзя назвать выборами. Да, но, и вот это все подготовка. Пані Ольго, дійсно, таке може трапитися, що російський диктатор помре. На вашу думку, чи є у Кремлі певний алгоритм дій, що робити, як сповістити громадян про це, кого поставити, так би мовити, преемником Путіна, на вашу думку? Є, собственно, формальна юридична процедура, да? Тобто, якщо щось з Путіном случається, то есть председатель правительства, сегодня это Михаил Мишустин, который становится исполняющим обязанности президента, объявляют досрочные выборы, и, собственно, президента выбирают. И если захотят действительно провести какую-то процедуру с неким преемником, не Мишустином, да, то перед этим нужно будет поменять председателя правительства. Но сегодня на сегодня, мне кажется, что никому это делать не хочется и не надо, потому что Мишустин воспринимается как политически слабый игрок. И, соответственно, если на тот момент будет какая-то внутриэлитарная договоренность, что Мишустин всех устраивает, то и вполне себе он может эти обязанности исполнять и, может быть, даже избраться в качестве президента. А тут главное, чтобы была договоренность, и я думаю, что при приближении к моменту X, да, то есть когда действительно Путин готов будет, так сказать, отправиться к праотцам, ну или созреет ситуация для дворцового переворота,
Будут вестись активные переговоры с Западом для того, чтобы обговаривать условия, соответственно, прекращения войны, вывода войск, снятия санкций, выплаты репараций и далее по списку. Пані Олю, якщо, от, наприклад, охочих зайняти пост президента Російської Федерації буде значно там більше умовно, чи може цей період стати для Росії надзвичайно важким в тому плані, що буде поділ влади, що різні кандидати боротимуться за неї, і що найважливіше, там різні блоки бізнесменів, скажімо, люди, які при владі, які мають вплив, будуть ділити Росію між собою, тому що, ну, Путіна вже немає, система вже явно не та, бо, як на мене, наразі все саме так тримається, і ти або за Путіна, або проти, власне. От варіанти два. Ця система, вона просто зникне одномоментно, фактично, і може розпочатися нова епоха, скажімо так. Якою вона може бути, на ваш погляд, та чи погоджуєтеся ви з твердженнями вище? Ну, саме головне, дійсно, що сьогодні саме Путін утримує всі плани, які готові зцепитися між собою в смертній схватці, власне, не дает им воевать сегодня на сегодня. И по большому счету основные вопросы он замкнул на себя. Более того, основным мотором войны является лично Путин. Поэтому с какой стороны ни посмотри, все замыкается лично на него. И в том случае, когда его не станет, и это основное, почему еще до сих пор остается там, нету пока договоренности между этими кланами, о том, каким образом поделить свою власть. Более того, я уверена, что этой договоренности не будет, потому что каждый не доверяет каждому, и каждый будет думать, что другой сделает все и будет бороться насмерть для того, чтобы максимально себе отжать, а в России нет ничего святого, в первую очередь никакого гарантии частной собственности. А чем выше ты в властной иерархии, тем больше у тебя возможности не просто сохранить свою собственность, но и захапать собственность кого-то другого. А как только ты оттуда встаешь сверху, так ты свою собственность тоже теряешь. Поэтому вот любой переходный процесс будет достаточно опасным для той конфигурации, которая сложилась сегодня в России. Но, знаете, кому не так все плохо, что вот эти внутренние противоречия, мне кажется, могут быть и положительным моментом, потому что сегодня Россия – это не то, что хочется консервировать, это то, что хочется ну, либо разрушить, либо ну, на той, конец переделать существенно, переучредить. Сегодняшняя Россия – это не та страна, которая должна сохраняться в неизменном виде. Пані Ольго, обговорили ми з вами чутки стосовно смерті Путіна. Ну і ще одну тему, яку хотілося б підняти, то це кадрові перестановки у Міноборони РФ. Відтак, наразі підтвердили, що генерал-полковник Віктор Авзалов став новим головнокомандувачем ВКС Росії замість Суровікіна. Відтак, хотілося б почути вашу думку стосовно цього приводу, що вам відомо про постать Авзалова. Ну і знову ж таки, яка доля чекає на Суровікіна, на вашу думку? Адже він, його ж зняли навряд чи через те, що він мав якісь успіхи. Всім відомо, що Росія, за російська армія за його власне керуванням ніяких цілей на фронті не досягла. Ну, вопрос теж зовсім не в тому, що було на фронті. Вопрос в тому, що підтримав Пригожина, а Пригожин, в свою очередь, маршал на Кремль. И, собственно, все то, что получил после этого Суровикин, это ответственность за то, что он Пригожина поддерживал. Соответственно, Пригожина ликвидировали, да, ну а Суровикин жив и должен быть благодарен Кремлю за это. Могли ведь тоже ликвидировать, а тот он все-таки остался жив, подумаешь, сняли. Поэтому вот те сегодняшние внутренние отношения, они уже приближаются, как, собственно, и то, что делает вообще Путин со страной, оно уже приближается к сталинским временам. Как и во взаимоотношениях внутри элиты, да, когда неугодных ликвидируют, а Суровикина даже еще не посадили, а ведь могли бы посадить. А он, собственно, всего-навсего уволили. Так что это еще по нынешним временам достаточно мягкое наказание. Я думаю, что чем дальше будет
это произойдет, тем более жестко будет управляться внутри страны. И по отношению к обычным людям, но и по отношению к тем жителям, что называется, элитным, которые нарушают какие-то условия, которые выставляет Путин. А это, опять-таки, было, по большому счету, с самого начала, за что периодически сажались достаточно высокопоставленные люди, когда Путин считал, что они нарушают те рамки, которые он выставляет. Пані Олю, і на сам кінець фактично про тему якраз таки російського командування. Є така заява від представника Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джона Кірби, який сказав про те, що от у них є інформація, що в російській армії практикуються розстріли військовослужбовців, які не виконують накази, пов'язані з війною проти України, які просто відмовляються іти там воювати там чи в якісь штурми українських позицій, і їх розстрілюють свої ж, врешті-решт. Якщо уявити от просто життя звичайного російського хлопця, якого мобілізували там чи призвали, відправили на фронт, він воювати не особливо хоче, його просто розстріляли. І там ну, хлопцю, умовно, там 19-20 років, досить таки молодий, і він стикається з ось таким російським управлінням, він стикається з такою російською системою, і на цьому фактично його життя завершується. Як це впливає в першу чергу на якийсь моральний стан російських солдатів, і як наразі настрої на території самої Російської Федерації, зокрема сімей, можливо, так, яких торкнулося ось це так зване СВО врешті-решт, тому що ну, за останній період ми бачили закупівлі похоронок так званих, прийшло чимало. Ну, во-первых, з мобілізацією зараз, звісно, все достатньо плохо внутрі Росії. Собственно, поэтому стали активно забирати граждан з сусідніх стран. Получив російське гражданство, іди служити. И вот этот набор гастарбайтеров, он сейчас просто набирает очень большие обороты. И, наверное, это один из главных способов пополнения рядов воюющих сегодня на украинском фронте. Что касается молодых людей, то, по большому счету, как раньше они пытались максимально уклоняться, ну, те, кто понимают, что происходит от получения повесток, так они и продолжают это делать. Другое дело, что сейчас с этим становится все сложнее и сложнее. Если уже человек попал, то единственное, что я могу посоветовать, это все-таки найти контакты украинского проекта «Хочу жить». И, соответственно, по советам этого проекта найти способ, соответственно, сдаться в плен. Это единственный способ остаться в живых. Что касается расстрелов, ну, что называется, опять-таки, мы только что с вами говорили, что внутри страны вовсю практикуются сталинские методы. Но и это еще один сталинский метод – заградотряды. Расстреливать тех, кто не хочет наступать, кто не хочет выполнять приказы. Путин ничего нового не придумал. Да? Берут старые сталинские, что называется, указания, сталинские наработки и пытаются, конечно, не в том виде, в каком могут реализовывать. Так что в этом смысле дальше будет хуже. И надо понимать, что единственный способ – это понимать, что бороться все равно придется. Либо ты борешься с режимом, либо режим тебя ликвидирует. И вот третьего не дано. Даже если кому-то кажется, что можно отсидеться, но отсидеться будет с каждым днем все сложнее и сложнее. Поэтому ситуация действительно ухудшается внутри страны, экономическая и любая другая. И я надеюсь, что постепенно люди понимают, что революция и единственный способ избавиться от тех пауков, от тех, я не знаю, кто сидит сегодня на голове у обычных россиян и не просто их душит, но и отправляет на смерть. Пані Ольго, почули вас. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Хочемо нагадати нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ольга Курносова, політична аналітикиня і головний редактор порталу «Автор Empire». Дякуємо вам. До зустрічі.